укоризненно сер. Вечно серые дни, вечно серые... В принципе, мне для этого надо дня два. А может быть и меньше. Сейчас 1.26, если я дойду до... Если я дойду до причала, до этого, то я смогу в нем выкупить сразу броха и отправить его сразу же сюда. Правда, здесь жрицы сраненькие. Но, блин, там уже уток будет. То есть у меня тут уже будет еще раз улей, два улей. То есть, в принципе, мне будет уже как минимум 40 уток. И пофигу на этих жриц. Единственное, что плохо, что я в снега так никого не отправил на разведку. Да, и, кстати, я красных драконов опять, получается, нычку не взял. Что тоже может быть проблемой. Так, а что по деньгам? По деньгам 2000. То есть, если сейчас вернуть, к примеру, брохом, забрать теоретически можно. Но насколько мне это надо? Даже не знаю. Можно, конечно, сейчас попробовать... 30 гарпиями склеп. Склеп вот этот так и не забрал, что забавно.